сохраняет все, особенно слова. Это было время слова, живого, звучащего. Ведь все существует только потому, что я люблю. Время легендарных книг, прочитанных как в первый раз. И все это мое! И любимых героев, увиденных по-новому. Что бы вы хотели пожелать молодому поколению? Время почитания классиков и потрясения основ. А я вот, знаешь, тоже хочу иногда напролом. Мы жили литературой и не расстаемся с ней, но этот год подходит к концу. Наступает время кино. Телеканал «Культура» представляет трансляция с новой сцены Мариинского театра в понедельник на нашем канале. От года литературы к году кино. Все кончено! Все начато! Ай, да! Кино!